大家好，Здравствуйте。今天呢，我带大家读一下11课的句型、对话还有课文。那么接下来呢，我们先从这一课的句型开始。Галя знает Виктора。在读 Виктора 这个词的时候，大家要注意 V 的发音是 V，千万不能读成 V。好，我再读一遍。Галя знает Виктора. Галя, ты знаешь Виктора Иванова? Да, я знаю его. Он очень хорошо поет. 好, 第二个句型. Я знаю эту красивую девушку. 这里面大家注意一下 красивую 这个词的读法，尤其是它后边的这个 вую。不能读成 красивую，而是 красивую。好，我再读一遍。Я знаю эту красивую девушку. Иван, ты знаешь эту красивую девушку? Да, это наша студентка. А я раньше не видел ее. Да. Она здесь недавно. 好，我们看一下第三个句型。Вечером Анна будет переводить книгу。在读第一句话的时候和第二句话的时候，大家要注意 делаешь 和 работаешь 结尾 sh 的发音，千万不能太软。делаешь работаешь。好，我把这个句子读一遍。Анна, что ты сейчас делаешь? Ты работаешь? Нет, я отдыхаю. 好，这里面这个词 отдыхаю，注意前面的清辅音 t 被浊化成浊辅音 d，所以要读成 отдыхаю，отдыхаю。好，我再读一遍这一句。Нет, я отдыхаю. А что ты будешь делать вечером? Буду переводить книгу. 好，下面是对话。В театре. Извините, вы говорите по-русски? Да, немного. А где вы изучали русский язык? В университете в Пекине. А что вы изучаете здесь, в Москве? Русскую литературу и русское искусство. А вы? Русскую народную музыку. 好，这里大家注意一下后面这三个词后面的结尾的发音。Русскую народную музыку，千万不要忘了撅嘴。好，再读一遍，Русскую народную музыку。А вы видели раньше русский балет? Да, видел в Пекине. А сейчас вы будете смотреть русский балет в Москве. Вы любите русскую музыку? Да, очень. 好，接下来是课文部分。Ван Лайн и ее друзья. Ван Лайн студентка. Сейчас она живет в Москве и учится в университете. Она учится на филологическом факультете на первом курсе. 大家注意一下这个词的读法，philologическом，这里有两个 u，注意读的时候不能太软，如果太软的话就会读成 r。好，我再给大家读一遍这个 philologическом，philologическом。Она учится на филологическом факультете на первом курсе。Ван Лайн
изучает русский язык, русскую литературу, историю и другие предметы. Ее семья живет в Китае, в городе Циндао. Отец инженер. Он работает в известной фирме Хай-Эр. Мать детский врач. 注意这里面 детский 的读法 т 和 с 读在一起发 ц 的音 детский детский. 好，我再读一遍这一句. Мать детский врач. Она работает в поликлинике. Ван Лань очень любит искусство. Недавно она и ее русские друзья Борис и Нина были на Московском международном кинофестивале. 这一句话呢，可能稍微有一点长，所以大家一定要注意它的语调。我再给大家读一遍。 Недавно она и ее русские друзья Борис и Нина были на Московском международном кинофестивале. Они смотрели русские и иностранные фильмы. На кинофестивале Ван Лань встретила английского журналиста. Этот журналист хорошо говорит по-русски. Он изучал русский язык в Лондоне и в Москве. В свободное время Ван Лань и ее русские друзья часто отдыхают вместе. Они гуляют, слушают музыку, танцуют, посещают выставки. Завтра они будут смотреть балет в Большом театре. Ван Лань очень любит Москву. Она думает, что Москва – это красивый и интересный город. 好，谢谢大家，我们下讲见。